Не понимаю, как так вышло. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны... Она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Может, я купился на эту идею найти лекарство? А может, просто хотел помочь ей? И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они и правда собирались сделать лекарство. Вот только она бы погибла. Господи! Доктор! Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Черт возьми, Джоэл. И что же ты? Я ее спас. Пошли, детка. Держу. Держу. Перекрыть выходы! Тебе не уйти. О, черт. Господи. Это... Серьезно. Что ты сказал, Элли? Я сказал, они провели тесты. Я сказал, иммунитет ничего не значит. И она поверила? Она ничего не ответила. Пора возвращаться.